Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ, меня зовут Алекс Кокос, и это топ 5 необъяснимых и шокирующих видео. Поехали! В 2010 году в сети был размещен довольно странный ролик. В нем машина «Газель» едет по тоннелю, когда в нее врезается еще одна «Газель», словно вылетающая из стены. Несмотря на всю необычность видео, большинство комментаторов Ютуба считают, что это настоящий ДТП, а никакая не мистика. В музее Манчестера сама по себе начала двигаться статуя древнеегипетского бога. На видео заметно, что статуя движется вокруг своей оси всегда днем, когда в музее много посетителей, и никогда ночью. Странное видео под названием «Летающая девочка в российском лесу» появилось еще в 2009 году. Автор гуляет в лесу со своей собакой и вдруг видит странную девочку в красной куртке, которая буквально висит в воздухе. С ней рядом на земле стоит еще один человек. Когда девочка и сопровождающий ее человек замечают постороннего, она спускается на землю, и они вместе убегают. До сих пор идут споры, является ли оно подделкой или нет. Большой резонанс в сети вызвал ролик, появившийся в Ютубе в 2012 году. На нем показано загадочное спасение велосипедиста из-под колес грузовика. Буквально из воздуха появляется женщина, которая телепортирует его в безопасное место. Споры вокруг этого ролика не стихают до сих пор. По информации портала Open Minds, это промо-видео к китайской компьютерной игре Zhujiang 2. Ролик, снятый съемочной группой CNN и выложенный на портал YouTube, сразу же побил рекорды по посещаемости. Помимо фанатов, он привлек множество любителей сверхъестественного. Дело в том, что в какой-то момент пустынные коридоры дома пересекает вполне отчетливая тень. Поклонники музыканта и уфологи тут же объединились и заявили: «Майкл жив, и его неупокоенная душа бродит по родному дому». Поддержкой их версии служит решение родных Джексона хоронить его тело, не дожидаясь экспертизы, для которой у усопшего изъяли мозг. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч. На нем показано загадочное спасение велосипедиста из-под колес грузовика. Буквально из воздуха появляется женщина, которая телепортирует его в безопасное место. Споры вокруг этого ролика не стихают до сих пор. По информации портала Open Minds, это промо-видео к китайской компьютерной играющей из стены. Несмотря на всю необычность видео, большинство комментаторов Ютуба считают, что это настоящий ДТП, а никакая не мистика. В музее Манчестера сама по себе начала двигаться статуя древнеегипетского бога. На видео заметно, что статуя движется вокруг своей оси всегда днем, когда в музее много посетителей, и никогда ночью. Странное видео под названием «Летающая девочка в российском лесу» появилось еще в 2009 году. Автор гуляет в лесу со своей собакой и вдруг видит странную девочку в красной куртке, которая буквально висит в воздухе. С ней рядом на земле стоит еще один человек. Когда девочка и сопровождающий ее человек замечают постороннего, она спускается на землю, и они вместе убегают. До сих пор идут споры, является ли оно подделкой или нет. Большой резонанс в сети вызвал ролик, появившийся в Ютубе в 2012 году. Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ, меня зовут Алекс Кокос, и это топ 5 необъяснимых и шокирующих видео. Поехали! В 2010 году в сети был размещен довольно странный ролик. В нем машина «Газель» едет по тоннелю, когда в нее врезается еще одна «Газель», словно вылетает.